в районе. В Международный день защиты детей пришедшие в парк альметьевцы окунулись в мир детства. Программа праздника, рассчитанная на весь день, была составлена так, что интересно было и любителям творчества, и любителям спорта, и любителям музыки. И еще в рамках спортивно-развлекательной программы состоялось официальное открытие 4-го сезона «Зеленого фитнеса». Мы хотим видеть в нашем парке такие же ясные лица детей, радость детей. И мы подготовились к этому, и целый день будем ждать, принимать гости в нашем городском парке имени 60-летия нефти Татарстана. Организаторы устроили настоящий праздник, такое мероприятие хорошее. И действительно, для детей нужный праздник. Шоу близнецов, которое традиционно проводится в День защиты детей, полюбилось горожанам и неизменно находит своих участников. И это действительно увлекательное зрелище. Похожие друг на друга, как две капли воды, мальчишки и девчонки пели веселые песни, исполняли яркие зажигательные танцы. Как, например, Дарья и Александр Катковы. Сегодня мы пришли в городской парк, сегодня День защиты детей. Сегодня здесь так все здорово организовано, все для детей. Карусели, аквагримы, развлекательная программа. Надеюсь, ребенку понравится. Не обошлось и без экзотики. Артист из далекого Эквадора The Wind играет на сампонио, которая у нас известна как флейта пана, и латиноамериканской дудке кена. В День защиты детей родители смогли подарить своим детям настоящий праздник, да и сами зарядились хорошим настроением. Лето в парке продолжается.